الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا للمحجة البيضاء لا يزيغ عنه إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين انعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اما بعد يقول الله تعالى في كتاب الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون наступили благодатные последние 10 дней священного месяца Рамадан. Касательно данных дней, послание Всевышнего, алейхиссалату вассалям, сказал: «Тахарроу лейлатуль кадр филь ашриль авахир мин Рамадан». Ищите ночь могущества последние 10 дней Рамадана. В другом хадисе говорится: «Филь витр в нечетный из ночей», последних 10 ночей месяца Рамадан. Каждый из нас осознает и понимает значимость этой ночи, понимает то, что любое благодеяние, которое будет совершено в течение этого времени, приравняется к тому, что будто бы человек совершал это деяние в течение аж 1000 месяцев. В эту ночь нисходят ангелы, в эту ночь нисходит Джибриль, и в эту ночь фиксируются те или иные дела, те или иные события, которые произойдут с человеком в течение грядущего года. И потому очень важно трепетно относиться к каждой минуте, к каждому часу этих последних дней месяца Рамадан, особенно ночей. Безусловно, очень важным ориентиром для каждого из нас является наш пророк, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. И просматривая, каким же образом он проводил эти ночи, мы встречаем хадис, в котором говорится: «Ида дахри л-ашр л-авахир ахья л-лейль, ва айказа ахля, ва джадда ва шадда л-мизар». Когда наступали последние 10 дней, 10 ночей месяца Рамадан, то посланник Всевышний, алейхиссалату вассалям, он оживлял ночь. Оживлял ночь. Давал ей особую жизнь. Наполнял ее эту ночь особым светом. Опять же, если проанализировать жизнь нашего пророка, алейхиссалату вассалям, мы видим, насколько продолжительное время он выстаивал молитвы, насколько продолжительное время он находился в земном поклоне, вымаливая и выпрашивая у Всевышнего Аллаха субхану ва тааля милости и прощения. И в этом также является для нас очень важным примером, очень важным ориентиром. Посланник Всевышнего в эти ночи он будил свою семью. Опять же, как некое подтверждение тому, что именно мужчина, как главы семьи, должен являться неким примером, в том числе и в вопросе поклонения Всевышнему Создателю. Не тем, которого будет супруга и подталкивает к праведности, правильности, к тому, чтобы человек сторонился того или иного греховного, а смотря на жизнь нашего пророка, алейхиссалату вассалям, очень важно всегда и во всем, и даже в поклонении быть главою и быть примером. Джадда, посланник Всевышнего, был особо усерден в эти ночи, особо усерден в эти дни. Вощад дельмизер и завязывал пояс, сторонясь близости с супругой. В достовернейшем хадисе приводятся слова Аиши, что она спросила у посланника Всевышнего, алейхиссалату вассалям,
Если я почувствую то, что я застала ночь могущества, лейлатуль-кадр, ночь могущества, ночь предопределения, ночь можно перевести как тесноты по причине столь огромного количества ангелов, которые нисходят в эту ночь на землю. И вот Аиша спрашивает, если я почувствую то, что я застала ночь могущества, что мне говорить? О чем мне просить у Всевышнего Создателя? Опять же, даже вот та или иная мольба, с которой обращался пророк Мухаммад, алейхиссалям, та или иная мольба, которую он обучал нас, является мощнейшим знамением и мощнейшим подтверждением его пророчества. Вот эти коротенькие слова, которые мы, иншалла, изо дня в день, из ночи в ночь произносим, но настолько они величественны по своему смыслу, настолько они глубоки по своему значению, Посланник Всевышний сказал, говори кули, Аллаху иннаки афуун, тухиббуль афва, фаафу анни. О Всевышний, ты прощающий. Ты любишь прощать, прости же и меня. Коротенькая мольба. Безусловно, каждый из нас просит о многом. И о мирском, и о вечном. И для себя, и для своих близких, и для своей семьи, и для своих внуков, и для своих родителей. Много человек перечисляет. И это естественно. Кому как не ко Всевышнему нам обращаться, тем более в эти дни, в эти ночи. Но в то же время, как некий ориентир, который посланник Всевышнего, алейхиссалату вассалям, обозначает. Слова. Воистину, ты прощающий. Ты любишь прощать, прости же и меня. И многие ученые проговаривают то, что понятие аф, прощение, оно несет самую высшую форму прощения, когда вообще и следа от тех или иных ошибок, от тех или иных грехов, которые мы так или иначе совершаем в этой жизни, даже следа не остается. С одной стороны, мы просим Всевышнего, Аллах Махфир, Всевышний, прости. Используя слово «гафара», «прощай», «прости его Всевышний». Под этим словом подразумевается Всевышний, «прости», «не взыщи», но так или иначе те или иные ошибки, они остаются в книге наших деяний. А что касается понятия «аф», это то состояние прощения, когда Всевышний Аллах Субхану Атали полностью эти грехи, полностью эти ошибки стирает из книги наших деяний. И потому очень важно в эти благодатные дни, благодатные ночи прочувствовать, во-первых, значимость этих дней, этих часов, этих ночей, а с другой стороны, вымолить у Всевышнего прощение за все те наши проступки, за все те наши грехи, за то или иное, что мы порой знаете, а порой не знаете, совершая, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля стер это из нашей книги деяний и не спросил, и не наказал нас за это в день суда и вечности. Но, безусловно, важно, очень важно, с одной стороны, достойно пройти месяц Рамадан, перезагрузиться духовно, заслужить Божьей милости для этой жизни, для вечности, но самое важное – пронести это состояние на протяжении всей нашей жизни. Чтобы не произошло так, что месяц Рамадан закончился, праздник прошел, и мы вернулись к той обыденности, в которой мы и так находились до месяца Рамадан, где и грехи, и проступки, и аморальные, и порочные. Нет. Вот в этом случае есть сомнения касательно того, насколько мы во всех этих молитвах, во всех этих мольбах, во всех этих намазах, насколько мы были поистине искренни и насколько мы реально желали заслужить Божье прощение и Божьей милости. Пусть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля поможет нам застать эту ночь. Быть может, она уже прошла, потому что, по сути своей, сегодня уже идет 23-й день, и заходным солнцем наступит 24-я ночь. Две нечетные ночи, 21-я и 23-я ночи, остались позади. Но так или иначе мы понимаем то, что милость Всевышняя, она безгранична в любой момент, в любое время, также в эти благодатные часы и дни, и ночи последних 10 дней месяца Рамадан. Иншаллах Субхану ва Тааля, что помог нам застать эту ночь, заслужить ее милости и заслужить ее прощения. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الجواد الكريم وسميع الدعاء.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. Хотел бы сделать несколько объявлений. Во-первых, напомнить о том, что важно быть щедрыми всегда, и особенно в месяц Рамадан. И также есть определенное предписание, которое мы должны исполнить в течение месяца Рамадан. Это выплата фитр садака. Также кто-то не соблюдает пост, и они обязаны выплатить за каждый пропущенный день фидья садака. И также многие стараются именно в эти дни выплатить свой закят. Касательно фитр садака, есть суммы, которые определены советом улемов. Это 150, 500 и 800 рублей, в зависимости от благосостояния человека. Но, безусловно, иншаллах, каждый из нас чувствует себя состоятельным, богатым, и тем более это милостыня выплачивается лишь раз в году и выплачивается от всех членов семьи, вне зависимости от того, постились, не постились, вне зависимости от возраста, от каждого члена семьи фитр садака обязательно должна быть выплачена, и это важно и нужно сделать до наступления праздника, до совершения праздничного намаза. Иншаллах, время быстротечно, мы каждый раз об этом напоминаем, и это чувствуем, насколько время быстротечно, и по сути своей сегодняшняя пятница, она уже некая завершающая в этом месяце, месяц Рамадан, и следующая пятница, это уже, иншаллах, праздник Айд-уль-Фитр, Ураза, Байрам. Московской соборной мечети праздничный намаз пройдет в 7 часов утра. И как обычно, мы призываем вас прийти нарядными, с хорошим настроением, заранее подготовившись и приобретя билеты на метро. Важно прийти по одному пути, это тоже как некая сунна, да, по одной дороге, а по другой дороге вернуться обратно. Иншаллах, в этот день мы услышим важное назидание, важное наставление от нашего шейха, муфти Равиль Хазрата Гайнудина. Важно также всем, безусловно, порой люди и там, всю ночь не спят с тем, чтобы оказаться в мечети, либо вообще совсем немножко спят, и некое такое ожидание этого праздника, оно такое тяжелое происходит, но так или иначе мы понимаем, что у нас лишь два праздника в году, два раза в году мы должны услышать очень важное назидание, очень важное наставление, и важно к этому заранее подготовиться, настроиться, как внешне, так и духовно. Иншаллах, с этим настроем всех мы вас ждем 21 в пятницу в 7 часов утра в Московской соборной мечети. يقول الله تعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعد من صلى وصام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعد من قاد وقام اللهم صل عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واهد من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله ذكرا كثيرا يذكركم واستغفروا يغفر لكم ولذكر الله تعالى أكبر لو كنتم تعلمون وأقيموا الصلاة